вопрос за 300 для знатоков. Связь между Крымским мостом и Тайваньским туннелем. Несколько лет работы в госорганах мне дало полное отчетливое понимание, что люди вообще не осознают, что такое Китай. Очень интересно про китайских политиков. Я прочитал полный сборник речей товарища Си Цзиньпин. Вывезут лес. Вывезут обязательно вывезут лес. Китай задолжал самому себе. Михаил Геннадьевич сейчас подробно расскажет, чем отличается американское печатание долларов от китайского печатания долларов. Просто забрать почки, забрать печень, селёдочку. Лапы обязательно. Чувствую себя медвежонком. Глубоко, Михаил Геннадьевич. Чтобы наши зрители правильно понимали, комсомольцы в китайском смысле слова — это либералы. Это западники либералы, это Чубайс. Это Чубайс и Березовский. Цветная революция невозможна без поддержки сверху. Да? Все-таки это китайцы. Да. И вы никогда не будете китайцем. Вы можете стать, постараться быть китайцем. С теми скоростями, которые Китай этого хочет, нам будет тяжело сделать. Вообще китайцы очень любят копать. Очень любят копать, Михаил Геннадьевич не даст соврать. Это нарушение мироздания, потому что все в руки Аллаха.